Козылык, козылык. Да, козы. Ну, еще да. Л. Родные места. Вот. Да. Давайте. Так, давайте, наверное, какой-нибудь салатик попробуем посмотреть. Он начал собирать еще без оплат? Нет, он сейчас пока не начал собирать. Вот услышали, сейчас звук такой был? Звонок, да? Звонок. Значит, заказ пришел. То есть у Алексея все позиции, которые нужно собирать, отображаются на экране. И так как у нас есть адресное хранение, он, соответственно, знает, куда идти и что ему нужно собирать. Собираем 15 минут, лавка должна обслуживать примерно 1,5 километра радиуса вокруг точки. То есть это такой гиперлокальный сервис. Соответственно, для того, чтобы покрыть весь город, тебе нужно открыть много таких точек. Вот на текущий момент мы успели подготовить 11 локаторов. Это примерно 450 тысяч жителей, которым доступен сервис. Вот он уже сегодня и доступен. Уже задействовано 200 рабочих мест. И я думаю, что на горизонте текущего года мы увеличим 4-5 раз количество мест. Сколько номинований с позиции товара здесь представлено в этой лавке? Как она попадает? Сейчас 2500 ассортимента. Примерно 650 – это местные поставщики, местные производители. Сумма инвестиций известна? Сколько вы собираете? Суммарно до конца года порядка 250 миллионов рублей. Вот сегодня сказали, 200 сотрудников уже работают. Я думаю, большая часть – это курьеры. Это, конечно, доставка, но представляете, 15 минут. Конечно же, это курьеры. И вот это институт самозанятости – это большой плюс, мы можем его использовать. Если здесь 16-летний возраст, представляете, такой дополнительный приработок. Для старшеклассников, для студентов, мы прекрасно понимаем, если будет такая возможность у студента или молодого человека работать. Ну и вот, как прозвучало, в основном на велосипедах доставка, ну как не поприветствовать. Это спорт, это экологичность.